главным схваткам. Две самые главные схватки вечера. Оля! Давид Баев и Тимур Бежоев. Интересные нас схватки ожидают, очень интересные. Нам, друзья, присоединяется главный тренер сборной России Хаджимурат Салтанович. Вот. У нас две заключительные встречи. Вот. Две схватки вечера. Весовая категория 74 килограмма. Олимпийский вес, королевский, как его еще называют. Давид Баев, Ханты-Мансийский автономный округ, параллельный зачет Северной Осетии Алания. И Тимур Бежоев, Краснодарский край и параллельный зачет Кабардино-Балкария. Вот. Интересная схватка у нас. Добрый вечер. Приветствую всех любителей вольной борьбы, болельщиков. Ну, естественно, хочу поприветствовать всех Саха-Якутия. Самые активные, самые эмоциональные болельщики умеют болеть. У них борьба – это традиционный вид спорта. Поэтому приятно находиться здесь, в этом зале, полный зал зрителей. Ну, естественно, когда полный зал, всегда интереснее смотреть и схватки. И вот сейчас, в данный момент, мы смотрим схватку, финальную схватку 74 килограмм, где встречаются Давид Баев, чемпион мира, чемпион России. Ну и его соперник очень опытный, очень призер тоже мира, чемпион России. И скажу так, что ребята одного уровня, одного класса, и просто борьба такая равная, и, наверное, все-таки здесь играет очень важную роль, кто насколько готов и функционально, и психологически, да, кто как подвелся. Поэтому будем смотреть сейчас, постараемся прокомментировать, чтобы зрители, любители вольной борьбы как-то тоже там насладились этой схваткой, а мы со своей стороны постараемся. Первый период, друзья, у нас Давид Баев вел активнее борьбу, занимал центр ковра, чуть активнее вел. И ему Тимуру Бежоеву дали activity time. Вот. И еще продолжает действие, вытягивает, да, оттягивает от центра ковра, забирает 2 балла. Давид Баев. Очень хитро сделал Давид. Он мог вытолкнуть, не стал брать 1 балл, да. Вернул его обратно, вытянул, затянул, да. Затянул на ковер. Чтобы максимальную оценку взять, да, и взял 2 балла. Максимальное действие со своего. И еще 1 балл получает за activity time. Вот, 3-0 уже повел Давид Баев. Ну, у Давида тяжело отыграть 3 балла, но если что-то предпримет Тимур, то я думаю, это возможно. Если что-то предпримет. Они знают друг друга очень хорошо. Не раз встречались. И на учебно-тренировочных сборах постоянно работают. Поэтому 3-0, я скажу, это довольно такой счет. Солидный. Солидный, да. Чуть отрыв идет. Ну и для Давида Баева тоже будет как матч-реванш. Последний раз, последнюю встречу он проиграл Тимуру. Ну, это сейчас мотивация. Да, это и видно, это чувствуется прямо через, вот, что он прямо вышел с таким настроем отыграться, взять матч-реванш. Да. Еще у нас на турнире разыгрывается лучшему борцу серебряная борцовка из чистого серебра. И вот одни из главных претендентов в этой весовой категории тоже в олимпийском весе.
претенденты на эту самую серебряную борцовку. В том году ее забрал олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Вот. И в этом году Давид Баев, кстати, показал очень красивую борьбу. Он проигрывал, вытаскивал такие встречи, камбэки делал. Вот. Поэтому у него хорошая сетка была, хороших спортсменов он выиграл по пути к финалу. Давид в хорошей форме, я наблюдал за ним, и он борется, он не стоячий борец, он может вот максимально, у него очень там и броски бывают хорошие, есть коронный прием, где он прямо под руку ныряет и сносит, и в основном там на 4 балла. Очень интересные схватки у него всегда бывают с Разамбеком Жамаловым. Да, Разамбек Жамалов, они там всегда показывают всю красоту борьбы и всю красоту защиты и атаки. Интересная схватка всегда нам. Ну, здесь хочу отметить, что Давид очень близко дружит с Зауром Сидаковым. И, естественно, недавно там во Владикавказе проводили турнир Кубок Содружества ПВЛ, где Тимур Бижоев обыграл Заура Сидакова. Видимо, он сейчас хочет как-то вернуть долг, да, за него, там выйти за своего друга. Ну и свои счеты у него есть, конечно же. Там ту схватку, да, Заурбек Сидаков еще не в такой оптимальной форме был. И только-только вот сейчас он набирает хорошую оптимальную форму. Сейчас недавно у них была прикидка с Черменом Валевым, тоже один из таких претендентов чемпион страны. И очень такая довольно-таки напряженная тоже схватка была, 3-2. Поэтому вот я бы сказал, что вот здесь у нас конкуренция хорошая в этом весе, и это очень радует. Да, нет таких каких-то больших космических счетов, там технических разрывов, да. Да, все, равная борьба. Вот, если зрители увидите счет, такой относительно минимальный, 3-0, но для таких титулов, ну, спортсменов высокого уровня, это большой отрыв, как сказал уже Хаджимурат Салтанович, это хороший отрыв, и их отыграть будет очень тяжело. Уже 2 минуты, как мы видим, пролетело, но у Тимура ничего не получается сделать. Вот, навязать свою борьбу Давиду Баеву. Все контролирует. Да, вот сейчас балл вытолкнул, он выталкивает на Давиду. Нельзя уходить полностью в защиту, потому что он может сейчас одну атаку пропустить, и все. И преимущество. В принципе, так же, как у нас на Кубке Содружества, в конце, в самой концовке, да, провел атаку Тимур Бижоев и выиграл за Урбека, да, Сидакова. Там прям концовка, он вытолкнул за ковер его. Вот. Сейчас могут за пассив Давида наказать и Бижоеву еще балл дать, если так же. Да, Тимур прям, видно, включился в борьбу, прессингу. Вот. И здесь подловил. Очень хорошо контратаковал. Забирает 2 балла. Счет 5-1. У нас остается меньше 30 секунд заключительного периода. Да, устал, но держится. Сейчас мы видим вот на Арсения Сергеевича, который пришел и поболеть, поддержать, ну и который многое делает для вольной борьбы. Якутия с большими традициями, и он их поддерживает. Огромная ему благодарность за это, развивает в регионе борьбу. Ну вот мы тоже смотрим, наблюдаем, как Давид Баев отыграл, все-таки взял матч-реванш, с чем мы его поздравляем. Да, поздравляем Давида Баева, поздравляем Северную Осетию, Аланию. Победа, золотая медаль. Чемпион международного турнира Коркина Дмитрия Петровича, друзья. Правильно, и из-за Заурбека Сидакова, можно сказать, тогда выиграл и матч-реванш взял, да, принципиальная для него схватка была. Счет 5-1, достойная победа против Тимура Бижоева.